у всех прокатных организаций есть свой график. Поэтому вот, с учетом мы не думали, что такой ажиотаж будет. И действительно выбрали одно время после, как аудитория уже была заинтересована еще раз, дальше продолжать просмотр этого фильма. Мы продлили еще на неделю, поэтому сейчас прокатное время закончилось. У нас, я уже говорила, у нас есть и другие фильмы, которые ожидают своего зрителя, поэтому здесь я не думаю, что какие-то проблемы есть, поскольку этот фильм, вообще парадокс заключается в том, что этот фильм три раза в эфире телеканала ТРК «Казахстан» показывали, и особого интереса не было. Поэтому и сейчас этот фильм находится в открытом доступе.